Вечеринки от Hello Rush — это всегда что-то крутое и непредсказуемое. Даже мы не знаем, что нас сегодня ждет. Но мы знаем, что находится в крутой башне Москва-Сити. И сегодня к нам придут тиктокеры, блогеры и артисты, чтобы отпраздновать с нами наступающий Новый год. Погнали! Смотри, каким 20-й год был лично для тебя? Переменным. Ой, максимально странный, страшный, непонятный. Ну, каким-то не очень. Хороший год. Он был крутым, очень крутым и незабываемым. С кем ты будешь и где праздновать его? Дома, с семьей своим, со своим домом, Popstar House'ом. Любимым человеком? Ну, дома. А кто это любимый человек? Моя подруга. С семьей либо с близкими друзьями? Дома, с родителями и друзьями. Наверное, с семьей и дома. Это семейный праздник, поэтому мы с Катей всегда празднуем с семьей, и в этом году будем праздновать с нашей новой семьей. Это Попка. С нашим хаосом. Какое самое запоминающееся событие было у тебя в этом году? Когда я летел на Телеморе осенью. Я переехал в Москву из Украины. Вот, да. Наконец-то я здесь добрался до своих. Вот. Наверное, это самое офигенное, что происходило в моей жизни за этот год. Переезд в Москву. О, это то, что мы стали... Наверное, переезд в Москву, блогинг и то, что попали в наш хаос. Да, мы прям в шоке с этого а всего. А еще сдали ЕГЭ. Ура! Какое бы послание ты себе бы отправила в 2021? Идти вперед, несмотря ни на что, даже если вообще ничего не получается изначально. Побольше работы на результат. Ну, чтобы побольше побед, всего только хорошего. Работай, и все будет. Верь в себя, и все получится, мое послание. И не обращай внимания на других, иди только вперед. Правильно все. Надеюсь, 2021 год пройдет так же, как эта вечеринка. Да, это было очень круто, и мы рады, что на наши вечеринки приходят такие классные ребята. Если ты хочешь 2021 год провести с нами, то пиши в наш инстаграм, ссылка в описании. Увидимся в 2021 году вместе.